парализовала инсульт. Скорую вызвали, вот увезли ее в больницу, остались собаки. Вот так вот, когда снимаешь, вообще непонятно, что там такое. Просто жесть. Переживают, плачут, потеряли ее, они всю жизнь с ней прожили. Они там на весь подъезд выли, скулили и... Тише, тише. Привет, на манеже все те же, это канал «Хвостатое счастье». И я его ведущий, Волков Сергей. Мы сейчас находимся в медблоке. И к нам привезли двух собачек, да, Галь? Да, Сережа. Там опять история, караул никому не нужны. Пошли, общем, Оля расскажет. Пойдемте посмотрим, кто там приехал, кто нам кого привез. На манеже все те же? Да, все те же. Все, привет, привет. Ты что-то одна без Андрюхи? Андрюха на работе. На работе. Да, вы зайки. Маленькие. Малыши, карандаши. Ой, в общем, бабулечка бегала у нас 82 года. Так-то живчиком была. Парализовала инсульт. Случился с ней. Даже из родных никто не знал. Увидели соседи, что с бабулькой плохо, не говорит, ничего, возле дверей встала, стояла. Скорую вызвали, вот увезли ее в больницу, остались собаки. Так, собаки, готовьтесь к депортации. Чуть-чуть упадете. Самое главное, это чтобы клетка не разобралась в момент доставания. Не, не должна. Саботуны. Да вы такие вот саботуны. Собак некуда, дочка с ними справиться не может, они ее жрут. Домой не заходили, ночевали на улице возле подъезда. Смогла их только соседка запустить, которая их выгуливала периодически у этой бабушки и кормила. Ррр, сказали. Бой, привет! Привет, ты встречаешься, да? Не узнал. Поехали. Ну вот, с боем их пришлось забирать, потому что грызутся. Переживают, плачут, потеряли ее, они всю жизнь с ней прожили. Рыженькая Мотя, девочка, ей лет 5. А серенький, черненький Ферик, он прям вообще древний. Сколько ему лет, никто сказать не смог. То есть это папа и дочка, да? Да, это папа и дочка. Их было 4, одного машина сбила, а один от старости умер. Они всегда с ней гуливанили там по всему городу. Никогда ни на поводках, ничего, никто не стерильный. Мотя, 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 мама Галя. Да, мама Галя ловила их, можно сказать, на удавку, что смогла, нашла там в этой квартире, в угол их загоняла. То есть они в квартире, бабушку увезли, они остались в квартире, да? Да. Остались. Они остались на улице, а квартира там никак не закрывалась. Дочь не смогла с внуками их загнать ни в подъезд, никуда. Загнала их соседка. Они там на весь подъезд выли, скулили. И... Конечно, всем мешали. Да, соседи там недоброжелательные, поэтому позвонили, сказали, пожалуйста, заберите. Ну, хоть сказали, пожалуйста. Так-то, я думаю, у нас предстоит неделя получения кредита доверия. Мне кажется, Мотя-то побыстрее к рукам привыкнет. Она как-то это, помягче девочка. А этот-то злодеян. Злодеян? Угу. Ну, по крайней мере, как соседи рассказывали, что они даже просто на обычных прохожих это пытались за штаны схватить, покусать. Вот так вот, когда снимаешь, вообще непонятно, что там такое. Где рука, где нога, где что. Просто жесть. Просто набор волосьев в клетке. Вот они еще двигаются немножко, а так вообще непонятно, что там такое. Бабулечка эта, ее зовут Баба Дуся, она их по теплу выстригала сама. То есть за зиму они у нее все закатываются в валенок, а по теплу-то она их выстригала. Они ходили такие эти, ободрыши, где пучок торчит, где просто лысина. Зайчик, зайчик. Что, ты нос трогаешь? Ничего не трогаю вообще. Потрогай. Ладно, оставляй, Галя, пускай отходят.
Ладно. На следующий день мы с Галей решили первый раз вывести этих двух собачек на прогулку. Зайцы, а? Зайцы. Готовимся. Встретились прекрасно. Да. Нужно их достать. Там Магаля накладывает им вкусняшку. Вот. Надо достать, надеть им ошейники, пристегнуть металлические поводочки. Чтобы потом можно было работать. Да. У меня хорошие такие собаки. Кто такие сладкие зайки? Понюхайте. Это не страшно. Нет. Вот у меня какая девочка хорошая. Мотюшка. Мотя. Мотя, пойдем. Пойдем гулять. Легким движением руки. Пойдем, моя хорошая. Пойдем, Мотя. Мотя. Тише, тише. Тише, все хорошо. Все хорошо. Иди сюда. Не бойся. Тише, тихо. Мотя. Стой. Мотя. Мотя, не ругайте. Так, следующим этапом завязывание мордочки. Да ты моя, ты умница-то, красавица. Да ты моя, ты зайка-зайка. А Миша тем временем? Миша? Ему некогда. Он играется. Детеныш. Детеныш, да. Ну ты маленькая. Не бойся. Иди, моя хорошая, не бойся. Что, Мотя? Пописать, может. Все хорошо. Все хорошо, Мотя. Вздохнула такая. Толстая, да? Может быть, беременная. Да. Папка запереживал там. Сейчас поймешь тоже. Филя? Ферик. А, Ферик. Ферик. Сказали, что он очень шустрый. Он очень шустрый, очень бойкий и очень кусачий. Феря, да ты потерял, дочу потерял. Да, мой хороший. Да ты взял ее. Да мой золотой. Да, не бойся, не бойся. Как удобно гладить, когда морда, знаешь, что не укусит тебя, морденция. Морда не укусит? Что морда не укусит. Да, ухо-то привязали тебе. Посмотреть, кто там. Кто это там? Написело, да, написело. Какануло вон там, я гляжу, костями. Ой, это папочка. Это папочка, что ли? Да ты моя ж ты зая. Папа, я здесь. Папа, ура. Все, гуляем. Какие у нас товарищи два. Мы кайфуем. Дышим. Вот такие. Вот. А знаете, почему мы кайфуем? А мы кайфуем, потому что вы нам
скидываете монетки в ярусе. Это просто замечательно. Вот. И мы балдеем из-за этого. Я им каждый день рассказываю. У нас есть такая замечательная соцсеть Ярус. Там каждый день дают по 5 монеток. Вот так вот прижалась ко мне. О, как только начинаю про монетки рассказывать, она сразу прижимается. Папочка, говорит, как хорошо-то, что нам прислали монетки. Прямо замерла. В общем, если вы еще не подписаны, ссылка будет в описании. Здесь вот будет ссылка на ролик, где я рассказываю, как там зарегистрироваться, как пользоваться монетками. Вот, ребят, давайте смотреть дальше. Ну вот, номер готов к приему. Надеюсь, пачки уже погуляли. Сейчас мы их приведем. Лишь бы они не подрались, когда будут кушать. Пойдем, 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 пойдем. Давай скорее в домик. Давай, давай. Вот, молодец. Все. Вот и все. Вот и все. Вот так и будете ходить. Заходить. Давай, кушай. Че смотришь-то тут? Надо так кушать. Папаня-то съест? Папаня-то... Не, они в шоке, они не хотят есть. Они сидят. Сидят. Лишь бы это распределили поровну. Ну, мои хорошие. Я, говорит, не продаю. Иди поешь. Ладно, давай не будем подергать. Пускай осваивается. Вот. Такое вот у нас видео получилось. Вы тут пока смотрели, мы тут изобнимались все. Вот. Но это не конец истории. Будет продолжение. Там получилось так, что мы приехали. Я немножко спойлер расскажу. То есть там было два грумера. Их в два ножа практически стригли, подстригали. Не просто побрили налысо, а навели красоту. Я даже подумываю, что надо будет к Ксении мне прийти и подстричь бороду, потому что у парикмахерских, которые барбершоп, там что-то очень дорого. Я думаю, с Ксюшей я договорюсь гораздо дешевле. А может, она бонусом за то, что я ей подбанчиваю таких клиентов. Вот, может, она меня так обкрасает. Ну ладно, это другая история. В общем, ребят, если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если еще не подписаны, подписывайтесь на наш канал. Если хотите помочь в продвижении нашего канала, то тогда поделитесь ссылкой в соцсетях с друзьями. Покажите, вот какая вот ситуация была и что дальше из этого получилось. Я думаю, как бы история такая, ну, неоднозначная. И продолжение будет, ну, я думаю, что всем нравятся истории с хорошим продолжением, с хорошим концом. Вот, поэтому я надеюсь, что мы... Ну, по крайней мере, девочку-то точно пристроим. Вот. Папка, я не знаю, папка, ну, будет, может, с нами доживать. Хотя и не факт. Он такой, он парень классный тоже. Вот. Единственное, что могу сказать, что мы вот опасались, а вот как вот грумер, покусали ли они грумеров или нет. То есть вы это все, я говорю, увидите в продолжении обязательно. В общем, вот такая ситуация. Значит, спасибо огромное, огроменно спасибо. Мы вам благодарны. Мы вот с этой мамочкой вам благодарны, что вы досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, наши рекомендации выполнили. Собачкам пожелаем в комментариях, пускай у них все будет хорошо, пускай они побыстрее найдут себе свой дом, чтобы не болели. Вот. Ну и подписывайтесь на наши социальные сети, в том числе и на Ярус. Я уже про это говорил. Вот. Ну, на этом, наверное, на сегодня все. Скоро будет новое видео. Берегите себя, берегите своих питомцев. Скоро увидимся. Всем пока-пока. Давай, скажи пока-пока. Пока-пока. Вот так вот. Папочка, давай, говорит, будем снимать это долго-долго. Когда ты снимаешь, я сижу у тебя на коленях. Это так классно. Не останавливайся, давай. Давай, рассказывай что-нибудь, рассказывай, давай. И вот так вот. Все, вот. Вот так вот. Все, ребят, пока.